Не совсем довольны городскими застройщиками остались сегодня на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского совета депутатов. Контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений в их работе. Указываются одни и те же имеющиеся сады и школы. Было отмечено, что реализация этих трех проектов, которые расположены на смежных территориях, может привести к нехватке мест в дошкольных учреждениях, необходимости увеличения смен в имеющихся общеобразовательных учреждениях. Застройщики не выполняют свои обязательства. На территориях, где строится, нет обещанного озеленения, а площади детских площадок ограничены. Механизм развития застроенных территорий работает не идеально, подтверждают депутаты горсовета. Развитие застроенных территорий вообще под собой влечет за собой, что переселение граждан и предоставление им жилой площади. Соответственно, в большинстве случаев получилось то, что застройщик не договорился с жителями и не смог обеспечить им переселение, соответственно, не смог построить дом. С застройщиками, которые не выполнили свои обязательства, договоры расторгли. И еще один важный момент затронули сегодня депутаты горсовета. По проектам межевания земельных участков часто затягивались сроки. Теперь такого не будет. По новым градостроительным нормам этими вопросами будет заниматься комитет по архитектуре. Он же будет проводить публичные слушания, а значит, процесс заметно ускорится. Мария Латышева, Жагал Цвиндашиев, Новости дня.